Всех приветствую, это короткое видео с ремонтом ключа зажигания. Проблема простая. У ключа отвалилась пластиковая головка, осталась только металлическая ножка. Задача – подарить ключу вторую жизнь, распечатав на 3D принтере новую головку. Для начала на бумажке схематично зарисовываю профиль крепления ножки с указанием основных размеров. Далее переношу рисунок в 3D модель. Работаю в бесплатной программе на сайте tinkercad.com. Деталь будет состоять из двух частей – основание, на которое устанавливается ножка, и крышка. Крепление ножки на болт с гайкой. Крышка вдобавок будет фиксироваться еще на 3 винта. Деталь отпечатал из пела и пластика черного цвета. Ножка устанавливается с натягом, с небольшой помощью молотка. Чтобы половинки детали совмещались с минимальным зазором, слегка подшлифовал сопрягаемые поверхности наждачной бумагой. Готово. Проверяю работу. Отлично!